интересная штука такая. Можно, короче, запутаться в них нафиг. Осторожно. Вот, короче, Юлечка у нас ушла в душ. Юлечка у нас в душе. Там все. Сейчас помоется, крикнет и выйдет. У нас тут появилась музыка. Играет музыка после некой паузы, так скажем. Паузы запутывания. Но мы с запутыванием быстро справились. Вышли из него. Поняли, в чем дело. И теперь со свежими силами, со свежими телами, с чистыми телами отправимся в путь. Кстати, после запутывания, так скажем, да, я нырнула. Я записываю, сейчас приду. Я, так скажем, я нырнула в море, как русалка, и забыла, что там камни, и немножко об камни. Но у меня остались ссадины, у меня остались повреждения, но у нас тут есть медицинский центр помощи. Как вы думаете, как это так? Как это так? Как всегда, совпадение? Ну, мы знаем, что совпадений-то не бывает. А, за что? За что такое? А что такое случилось? Да мне нельзя открывать. Все, если захожу, то закрываю, да? Ну да. Конечно, все тогда, все. Нет, ну для себя оставь, только ты никому не показывай. Конечно. Все, открываем, закрываем.